Добрый день, меня зовут Эдуард Самсонов, я представитель компании Квинта, и мы на выставке High-End Show 2017 года представляем новую акустическую систему от компании Q-Acoustic Concept 500. Сегодня у нас в гостях представитель компании Стефан Ричард, и он расскажет об основных ключевых особенностях этой акустики. Стефан, please. Hi, so I'm Stefan from Q-Acoustics, I'm a home from UK. So Edward from Q-Vinta is going to introduce Concept 500 the way we built it and the reason why. So we decided to put the Concept 500, to launch the Concept 500, sorry. And he's going to give you details about this. Стефан представит сегодня основные особенности этой акустики. Он представил меня. И мы сможем вкратце рассказать об основных особенностях этой акустической системы. Для компании Q-Acoustic данная модель Concept 500 является революционной. Почему? Потому что в этой ценовой категории компания никогда не представляла ни одну модель. Для них это первый шаг, и мы считаем очень удачный шаг. Основные особенности акустики Concept 500 в том, что ими создан совершенно революционный корпус, который состоит из трех частей. Он напоминает матрешку, которая находится сама в себе. Между частями корпуса есть специальный гель, который уменьшает резонансные частоты. И это сильно влияет на локализацию звука, построение правильной сцены. Также здесь применены абсолютно новые динамики с новой конструкцией крепления внутри корпуса. Существует в данном корпусе точки, которые уничтожают резонансные частоты возникающие. И к этому механизму сзади крепится динамик. То есть динамик не прикручивается винтами, как у обычных акустических систем, а он специальной конструкцией тянет назад. Также применена абсолютно новая пищалка с повышенной чувствительностью и широким углом рассеивания. Кроссовер данной акустической системы полностью построен на элементной базе производителя Mondorf, очень известный. Если вы сможете посмотреть, то снизу сделана очень красивая подставка, которая несет на себе также роль уменьшения резонансных частот. Сзади акустики имеется переключатель чувствительности по верхам. Если для вашей системы, для вашего усилителя будет недостаточно верхних частот, то можно их очень аккуратно чуть-чуть добавить. Отделка будет двух типов. Вот ту, которую сейчас мы представляем, это черный лак. И сзади небольшая широкая полоска шпона. Также с середины лета будет представлена вторая отделка, где будет белый лак и также будет присутствовать шпон. Мы вас приглашаем посетить выставку High-End Show 2017, чтобы вы сами могли реально почувствовать уникальный звук и приятную неожиданность от компании Q-Acoustic. Спасибо.